Российский политолог Виталий Арьков заявил, что российская миссия после завершения ее мандата в 2025 году в Карабахе будет продлена. Хотя бы потому, чтобы там не осела европейская миссия. Друзья, я ни капли не сомневаюсь, что московитские миротворцы будут цепляться за Карабах всеми силами. Но совсем не потому, чтобы там не осела европейская миссия, а потому что Московия спит и видит Карабах под полным своим контролем. Именно поэтому они и запускают туда своих псов, таких как Варданян. Арьков строит из себя большого друга Азербайджана, но такие как Арьков, Марков, Короченко, Шевченко и многие другие так называемые «друзья Азербайджана» являются противниками тюркского мира. Им поставлена задача держать Азербайджан в зоне влияния Кремля. Вот и все тут, я ни капли в этом не сомневаюсь. Вот смотрите, я коренной украинец, моя страна держит путь в Евросоюз. Но я абсолютно уверен, что Азербайджан должен держаться содружества тюркских государств. И я не собираюсь пропагандировать Азербайджану про западную культуру. Но я считаю, что Россия поставила себе за цель поглотить Азербайджан, так как она это делает абсолютно со всеми своими соседями. И Азербайджан не является здесь исключением.